Привет, ребята. Здорово, девчонки. Здорово, дни, Вали. Что, приношу свои большие, глубокие извинения за то, что так долго не было меня на Ютубе. Видео, в принципе, отснято было порядочно. Просто либо некогда монтажировать, либо уже сил не хватало. Вот. Поэтому вслед за этим видео я выложу потихонечку все видео там. У меня в основном видео с распаковками. А сегодня у меня очередные ножи. Ножи из Китая. Я их уже распаковал. Так что сегодня будет как бы обзор данных ножей. Вот. Ну что, начнем с первого. Первый ножичек. Это нож фирмы Gerber. От Грилза. Такая вот коробочка. Значит, Gerber.com, Fiskars, сделано вообще Китай. Это, ребят, как я понимаю, настоящий нож. Настоящий Gerber, потому что все производственные мощности фирмы Gerber находятся в Китае. Цена данного ножа была около 200 рублей. Ну, в принципе, здесь за те деньги этот нож себя оправдывает. Это опять, ребята, маленький ножичек. Что еще у нас внутри? Внутри вот такая бумажка, которая прилагается ко всем ножам Бирогрилса. Это инструкция по выживанию в лесах. Ребят, если будет видно, не знаю. Вот такая вот инструкция по выживанию в лесах. Она на английском языке. Ну, в принципе, кто интересуется ножами, у кого есть ножи Бирогрилса, во всех таких коробочках лежат такие инструкции. Ну и сам ножичек, ребят. Это вот такой вот. Вот такой вот шорточничек. Даже не шорточник, я не знаю. Его можно сунуть, наверное, даже в карман рубашки. И не будет заметно. Он такой вот тоненький. Вот такой, ребята, нож. Полуселейтерное лезвие, маленький ножичек с бэклоком закрывается. Ну, давайте уж обзор, так обзор, давайте померяем. Возьмем рулеточку. Значит, общая длина данного ножа 14,5 сантиметров. Значит, длина лезвия 6 сантиметров, режущая кромка 5,5, 5,3 сантиметра. Такой нож, в принципе, для чего? Просто я покупал его у того же продавца, что и следующий нож. И просто мне как бы он понравился. В принципе, думаю, ну, Берглиз, думаю, опять китайская какая-нибудь подделка. Я же не думал, что придет вот такой вот нож. В принципе, он острый. Куда его сунуть можно? Я говорю, сумочку. Даже он женскую сумочку можно сунуть, такой ножичек. Все время пригодится. Я не знаю, у меня жена до сих пор ходит с Dragonfly. В принципе, не Dragonfly, а с крысом от Steel Claw. Ну, это то же самое с Dragonfly. От Spider-ка. Вот такой вот, ребята, ножик. Отверстие под темлячок. Ну и перейдем к основному ножу. Так, ребят, вот такая карабуля. Фирмы Бак. Ну, это понятно, что это китайский Бак. Это реплика, даже не реплика, это подделка под Бак. И здесь у нас, ребята, вот такой вот нож. Такой вот нож, ножны камуфлированные, неплохая ткань, неплохо обшиты они. По ножнам, значит, ну давайте сейчас откроем. Что по ножнам? Вот единственное, что у меня в этих ножнах, вроде они сделаны неплохо, внутри вставочка сделана, такая, чтобы не резать. Сами ножны плотные,
плотно сделана ткань. Вот эти вот застежечки сделаны, я не знаю, что за тряпочка, так же как и подвес. Во-первых, туда вставится, я не знаю, можно вставить только женский ремешок. Во-вторых, он такой, вот честно говоря, ну как бы ни о чем. Этот нож я покупал не для себя, а для друга. Первое ему будет наставление мое, чтобы он вот этот нафиг срезал отсюда. Приделал сюда, сделал петельку, ну и пришил болтающийся подвес. То есть, ну. Так-то да, они нож фиксируют, все. Все нормально. То есть нож зафиксирован, ну, ездит немножко. Ну, это вообще, ну, это какая-то, я не знаю. Это первая у меня претензия. А так нужно сшито вообще добротно. Неплохо. Значит, сам нож. Как я сказал, что это подделка уже на бак. Ребята, вот такой вот ножик. Это скиннер. Такая пластико-прорезиновая рукоять, тоже камуфлированная. Такой вот ножик, в принципе, в руке лежит удобно. Как скиннер он вообще удобен. Давайте сразу по характеристикам. Общая длина ножа 19,5 сантиметров. Длина лезвия 8 сантиметров. Длина режущей кромки, то есть вот эта длина режущей кромки. Тоже 8 сантиметров длина режущей кнопки. Вот. Такой небольшой скиннерочек, в принципе. Я не знаю. А, еще толщина. Кстати, толщина неплохая. Сейчас я вам скажу. Три с половиной миллиметра в обухе. То есть он, в принципе, он мощный такой. Значит, по заточке. Ну, заточен он, ребят, да, заточен. То есть, конечно, его бы надо переточить, подводок немножко неровные здесь. Сведение, ребят, ну, не буду врать, наверное, 0,5-0,6, даже может больше. У меня нету, к сожалению, штангенциркуля. Что по ножу общее? Неплохо лежит в руке. То есть, такой, для таких-то целей... Даже можно использовать так, как у него, видите, лезвие немножко пониже, то есть можно его использовать на полях что-то порубить, порезать. Картошку им чистить, не знаю, может, наверное, неудобно будет, потому что здесь вот большая вот эта. Она тоже как бы сделана под палец. Можно его так держать, как пистолет. Но этим так ему работать, я не знаю. А, ну в принципе, да, как шкуросъемник, это же скина. А это вот именно что, что-то оттачивать, да? Что могу сказать? Неплохо сделан за свои деньги. Он стоит в районе, по-моему, 1000 рублей. Он неплохо сделан. Ножны, говорю, неплохо сделаны. Единственное, переделать вот эту всю лабуду. Вот эту. Ну, для этого скиннера он небольшой, так как он 19 сантиметров. В принципе, этот скиннерочек. Я бы сделал кайдексовые ножны с независимым подвесом и носил бы его в город. То есть, в принципе, он на поясе где-то здесь, вот так, в кайдексовых ножнах, либо за спиной, он бы смотрелся неплохо. Но ему прилагаются вот такие вот ножны. Я говорю, сделаны они неплохо, они плотные очень ножны, но внутри вставка. Переделать вот этот весь подвес и за вот эту, за эту закреплялку. Так что, ребят, вот такой вот ножик от фирмы БАК. Ну, что могу сказать? Еще раз извините, что так долго не вылезал в YouTube. Всем удачи, всем счастливо и храни вас Господь.